Настоящим прорывом стало ноу-хау от разработчиков Азовского судоремонтного завода. В порту Ильичевска прошло успешное испытание на прочность грейферов, изготовленных в Мариуполе. Принципиально новые конструкции наших земляков. Об этом в следующем сюжете. Эти грейферы – успешный результат полувекового опыта разработчиков Азовского судоремонтного завода плюс освоенные нашими специалистами современные технологии лидирующих европейских и турецких компаний. Мариупольским инженерам удалось максимально оптимизировать эти устройства для захвата сыпучих грузов, что позволяет повысить производительность портов и, соответственно, увеличить их прибыль. Это полностью новая конструкция, абсолютно новая. То есть мы кардинально переработали устаревшие проекты, которые у нас были до этого. Это улучшенная зачерпывающая способность, улучшенная надежность и долговечность. Это три важнейших параметра для грейфера. В прошлом году Мариупольскому судоремонтному предприятию удалось заключить беспрецедентно крупный контракт на изготовление таких ковшей, обойдя на тендерных торгах три отечественных и одну зарубежную компанию конкурента. Очень крупная партия грейферов, 18 штук, изготовили для Ильичевского морского торгового порта. Значит, это крупнейший заказ за последнее время у нас. Значит, изготовили его в кратчайшие сроки, значит, в течение 40 дней примерно реализовали этот проект. Испытания статики, динамики и раскрытия двух видов унифицированных грейферов успешно прошли в порту заказчика 13 января. Руководители погрузочных комплексов высоко оценили мариупольскую продукцию. Значительно ускорилась погрузка, не разбиваются вагоны. Помимо морских портов, клиентами Азовского СРЗ являются как крупные отечественные, так и предприятия ближнего зарубежья. 2016 год. У нас также обширная программа есть по изготовлению грейферов. Сейчас в работе грифера «Азовстали», грифера «Ильича». Выполняем также заказы Запорожского завода ферросплавов. Есть от них заказы на грифера, на ковши. Несмотря на сложные времена для ведения бизнеса в нашем регионе, СРЗ остается на плаву и является конкурентоспособным. В прошлом году налоги судоремонтного завода пополнили городской бюджет почти на 15 миллионов гривен. Сейчас у нас в работе не только грифера, есть заказы на металлоконструкции, есть заказы крышки ковшей чугуновозных. Мы прежде всего привязываемся к требованиям времени, то есть к тенденциям развития науки и техники, которая имеет место на сегодняшний день, и к потребностям заказчика. Станислав Грановский, Андрей Бабкин, Мариупольская служба новостей.